Оставшиеся кусочки мрамора и сломанные ограждения увидел житель Кустаная Николай на могилах летчиков в районе аэропорта. На городское кладбище Николай приехал навестить могилу своего дяди. Однако внимание жителя сразу привлек хаос, который был рядом. Пройти мимо Николай не смог. В прошлом году вандалы разгромили могилу его дяди. Это могила трех кустанайских летчиков, которые разбились в 2005 году в Африке. Здесь вандалы сломали мраморный стол, разрушена оградка. Напомним, это не первая претензия в адрес охраны кладбища в районе аэропорта. Ранее кустанайцы жаловались на лошадей, гуляющих по кладбищу. Ну, вы видели охрану, мы проезжали где-нибудь? Кладбище большое. Спросите, он сейчас сказал, кладбище большое, я один, я не успеваю. Тут бывает, проезжаешь, какие-то ходят, то ли бомжи, то ли кто тут. Никто не следит за этим просто. Как рассказали в СТИКС 2012, на кладбище подобная ситуация повторяется из года в год. В прошлом году здесь была оперативная группа, которая зафиксировала случаи вандализма. Однако, чем процесс завершился и нашли ли виновников, сотрудники СТИКС потом не выясняли. По словам юриста организации, обслуживающей кладбище Куаныша Алматова, если жители обнаруживают факты вандализма, то им нужно немедленно обращаться в полицию. Сразу звонить 102. 102 в милицию. Они сразу на место выезжают. Патруль там вроде предусмотрен, но не спасает. Он же по времени ездит и не целый день. Заехали, подпатрулировали и уехали. Кстати, в правоохранительные органы организация не раз направляла письма об актах вандализма. Однако эти заявления, говорит юрист СТИКСа, органы не принимают. О подобных случаях в соответствующие инстанции жители должны писать сами. К слову, на этом кладбище регулярная охрана не предусмотрена. Диара Ахмечен, Динара Абдирова, РТН.